Вот есть два важных фактора, если говорить о влиянии как бы личностного фактора на достижение результата. Это умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Если слюни пускать и сопли все время, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые, так и будет. А если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, целенаправленно самому идти к достижению этих целей, то цели будут достигать.